Сиверском районе прошло очередное заседание антитеррористической комиссии. Участники обсудили меры по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации. Создана рабочая группа по проверке готовности помещений для голосования проведению выборов президента Российской Федерации. В состав рабочей группы включены представители администрации муниципального образования Сиверский район, МВД России по Сиверскому району, управление социальной защиты населения, отдела надзорной деятельности и практической работы Сиверского района, Росгвардии, территориальной избирательной комиссии, а также собственники помещений. С докладами выступили представители районного отдела МВД и пожарного надзора. Нарушения, выявленные в ходе проверок, своевременно устранили. Обеспечивать общественный порядок на выборах будут сотрудники полиции, которые перейдут на усиленный режим работы, общественники и казаки. Каждый избирательный участок оснастят тревожной кнопкой и резервными источниками энергопитания. Для членов избирательных комиссий проведут плановые учения. Напомним, что выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта этого года.